Они тоже примеряются к Ирискиному подиуму. О, обратка прилетела. Ну, молодец. Молодец. Учись за себя стоять. А то что такое? Ты прямо инициативу уступаешь. То в городке все знали, что это Джонни у нас. Опа. Обладает, так сказать, монополией на насилие. А тут видишь, сколько у нас появилось желающих. Татош, Татош, да не бойся, иди сюда. Татош уже в укрытие собрался. Ну, Татоша тоже хорош, если честно. Но с одной стороны, это неплохо. Потому что нельзя вот таким вот быть безответным, скажем, как Портосенька. Надо уметь за себя постоять, иначе... Это хорошо, что они умеют сдачу дать. То есть смена вот этой вот инициативы по поводу там помордников... Иду. Сейчас обработаю. Это хорошо. Когда туда-сюда переходит вот эта эстафетная палочка. Значит, все нормально, все в порядке. Плохо, когда кого-нибудь одного все время забивают. Ну, еще одна террористка. Я террорист Иван Помидоров. А это у нас я террорист Маша. Кто Маша? Маш. Фамилию не придумали тебе. Помидорова? Мария Помидорова? Я рада, что она тоже начала тут всех гонять, как раньше. Это лучше, чем понурая сидит сутками, да? Мышильда? Мышильда моя сладкая. Все-таки, вот какая хорошая профессия, да, ветеринар? Ой, взять, собрать вот эти все внутренности, кишечник весь уложить как-то в нужном порядке. Это же вообще, это чудо просто какое-то. Представляете, вот лежит животное все наружу, на асфальте, и взять вот так вот, сделать его опять здоровым, живым. Спасибо всем ветеринарам на земле, спасибо рукам золотым их. Да, а то некуда бы было бы нам обратиться. А мы что можем, блин, только ужасаться, бегать вокруг, руками махать. Ну, для этого тоже призвание нужно, талант, смелость. Я, например, не смогла бы, ну вот, я не могу на такое смотреть. Наверное, брык в обморок, наверное, упаду, не знаю. Не была поставлена в такие рамки, когда это надо делать, и больше некому. Так что спасибо ветеринарам всем. Да, Маш? Спасибо всем. Спасибо всем айболитам. Спасибо.